Так, 12 мая. Только что переловил всех петушков. Сейчас покажу. Курочек. Вроде бы только курочки остались. Теперь их можно будет посчитать. Курочки выскакивали, как и ожидалось, через вот эту решетку с газовой плиты. Сейчас попробую их посчитать. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Сейчас еще раз посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А там вроде 15. В общем, 14 или 15. И выключу камеру, а потом уже буду по одному доставать петушку и закидывать их в этот, в общий, ну, в большой курятник. Не знаю, проскочат они обратно или нет, но, по крайней мере, я так смогу посчитать количество петушков точно уже. Потому что записал 8, а сколько их на самом деле, непонятно. Арсений Селезнев, зверобой. Петушки уходят в большую жизнь, во взрослую. Освобождают место для младших цыплят. Вернее, средних цыплят. Тут заведу средних цыплят, чтобы всем хватило. Десяток цыплят этих средних, чтобы им уже было... хватало места, их не гоняли петушки, то оставлю только курочек. Курочки еще небольшие, поэтому, ну вот, например, вот эта криволапка почти в два раза меньше, чем вот такой вот петушок. Арсений Селезнев, зверобой. Отсаживаю петушков, заодно их посчитаю. Вроде тут не осталось, только курочки. Может быть, они вернутся назад. Некоторые, ну, скорее всего, что не вернутся. Они очень крупные и не смогут проскочить через решетку. Там узковатая щель. Заодно и узнают, что такое за жизнь за решеткой в большом курятнике. В миру. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверобой. Смотрите обновления. Пока.